Люберецкая общественная организация «Мама офлайн» исполнилось 6 лет. Активные жительницы округа отметили день рождения сообщества экологической акции. Она состоялась на территории Томилинского парка сказок. Участницы сообщества высадили около 100 саженцев яблонь. Свой вклад в создание фруктового сада внесли не только активистки организации «Мама офлайн», но и все желающие. Наше главное достижение, что активных мам становится с каждым днем, я бы даже сказала, все больше и больше. То есть мы смотрим, что появляются такие же небольшие сообщества, да, такие же небольшие компании, которые просто за живое общение. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.